Российский политик, общественный деятель и спортсмен Николай Валуев прокомментировал ситуацию с вырубкой ценных деревьев в Севастополе. Первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы Российской Федерации возмутился ситуацией с вырубкой деревьев в городе Герое. Уничтожением фисташковой рощи на берегу бухты Омега под застройку многоквартирными домами и перспективой спила сафор на улице Советской. В законном поле можно и нужно. В первую очередь, если данный вопрос людей беспокоит, власть обязана отозваться на их запрос. Если собирается больше трех человек, ну, в конце концов, общественное объединение, ну, общественники, в принципе, активисты, собирают подписи, и это направляется в соответствующий департамент, губернатору направляется. Николай Валуев прокомментировал ситуацию в парке «Каменный цветок», где коммерсанты вырубили рощу сафор и миндали и начали стройку. Возникающие права собственников, но они все-таки не могут быть основой для ущерба окружающей среде, кои, в общем-то, являются городские деревья. А городские деревья – это не собственность тех, кто владеет земельным участком. О защите зеленых зон в Севастополе, лесных пожарах в Сибири, законодательстве в сфере экологии, эффективной системе обращения с отходами в Крыму, а также о программе Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» подробнее в программе «Актуальное интервью» после выпуска новостей.